Быть волонтером здорово. С таким девизом идет по жизни студентка с РФТИ Ксения Лебедева. Добровольчеством девушка занялась еще в 5 классе и с того времени побывала на различных всероссийских форумах и фестивалях. Этим летом Ксения в качестве координатора приняла участие в форуме «Таврида-2020» в Крыму. Мой функционал – это работа с участниками, то есть их сопровождение, также сбор обратной связи. Ну и, наверное, консультирование по каким-то возникающим вопросам, по текущим вопросам. Форум «Таврида» объединяет талантливую молодежь со всей страны – музыкантов, художников, вокалистов, артистов. Оказавшись вместе, все эти люди начинают делиться опытом и генерировать неожиданные идеи. Я была рада, на самом деле, потому что я думаю так, ну, всероссийский форум – это по-любому что-то даст, какой-то опыт. Вот, ну и не предгадала, в принципе. Для меня это было просто вот какое-то открытие, что есть другие люди, они по-другому мыслят, и с ними нужно по-другому работать, с ними нужен другой подход. Вот. И, наверное, это для меня было самым главным. За месяц работы на форуме Ксения смогла зарекомендовать себя. Организаторы заметили девушку и пригласили на сентябрьский фестиваль «Таврида Арт». Это тот же форум, только более масштабный. Участников уже не 100, а 2000. И всем им нужно помочь разместиться, сориентироваться на месте, разобраться в программе фестиваля. Было сложно, потому что участников больше и немножечко обязанностей побольше из-за того, что ты не волонтер, а тимлидер. Вот. Но это того тоже стоило. В следующем году Ксения вновь планирует отправиться на форум «Таврида», только уже в качестве участницы. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.